В крупнейшем аэропорту Пекина, Шаоду, из-за непогоды отменили свыше 1500 авиарейсов. На Китай накануне обрушился шторм с проливными дождями. В провинции Хунань прорвало плотину, более 700 человек были эвакуированы. О жертвах и пострадавших пока не сообщают. По прогнозам синоптиков, ливни с грозами в ближайшие сутки лишь усилятся, поэтому перебои в работе аэропортов могут быть и завтра. Авиационное ведомство объявило оранжевое предупреждение в связи с массовой отменой авиарейсов. 相应的汽车站也被洪水浸泡。